Вопиющий случай произошел в Березниках. Там вандалы проникли в заброшенное здание морга, где еще оставался музей патологоанатомического отделения, и устроили форменный погром. В больнице имени Вагнера, на чьей территории находится это здание, сообщили, что оказался попорчен ряд уникальных экспонатов, один из которых мумию ребенка неизвестные выбросили прямо на улицу. Возбуждено уголовное дело. Более подробно расскажет наша коллега из телекомпании ТНТ «Березники» Екатерина Кравцова. Именно эта страшная фотография сегодня взбудоражила весь город. На фото отчетливо видно – это детское тельце. Найдено оно у бывшего морга. Патологоанатомическое отделение переехало отсюда в больничный городок на Ломоносово еще в феврале. А в бывшем 13-м корпусе сейчас полная разруха. Перевернутые горшки с цветами, повсюду стекла. Накануне сюда проникли вандалы и устроили настоящий погром. Неизвестные проникли через это окно. Сегодня оно уже заколочено и прямиком направились в музей патологоанатомический. Как вы видите, здесь находятся сотни уникальных экспонатов, часть из которых была уничтожена этими неизвестными. Зрелище, конечно, не для слабонервных. Здесь порядка 700 экспонатов, им более 50 лет. Служили они наглядным пособием для студентов медицинского училища. В музее будущие специалисты изучали анатомию и физиологию, а также врожденные пороки. Школьникам здесь наглядно показывали последствия пагубных привычек. Однако сегодня новое место для музея пока ищут. Поэтому законсервированный объект охраняется сторожами больницы. Видимо, слово «морг» постоянно привлекает какой-то вот нездоровый интерес, что ли, ну, любопытство, скажем так. И сделано это было из каких-то хулиганских побуждений. Отношение какое? Ну, вот как к любому хулиганскому поступку. Ну, зачем? Вот незачем. Экспонат никуда не деть. Его домой не принесешь, он дома тоже никому не нужен. Он чисто с медицинской целью создан, с целью обучения. Однако вандалам ценными эти медицинские экспонаты не показались. Они беспощадно разбили несколько банок, а один из экспонатов и вовсе выбросили на улицу. Кстати, после этого пугающего инцидента руководство больницы решило усилить охрану. Сейчас можем сказать, что был факт проникновения незаконного и некоторая порча имущества. Было ли хищение, тоже еще предстоит узнать. В настоящее время ведется проверка. Давать какую-либо правовую оценку данного факта еще рано.